Поэты века, век 20, век 21, Мустай Карим. Ты пишешь мне в печали и тревоге, что расстояния очень далеки, что стали слишком краткие и строги, исписанные наскоро листки, что дни пусты, а ночи очень глухи, и по ночам раздумью нет конца, что, вероятно, в камень от разлуки мужские превращают сердца. Любимая, ты помнишь об Урале, о снах, о синих далях, о весенних днях, о том, как мы однажды любовались цветами, выросшими на камнях. У них от зноя огрубились стебли, перелились в колючие жгуты, но венчики пахучие колебля цвели все лето нежные цветы. Когда бы сердце прямо каменело среди боев, без края и числа, моя любовь, которой нет предела, цветами бы на камне расцвела.